Минэкономразвития Российской Федерации ВКонтакте запускает программу поддержки предпринимателей по всей России. В центрах «Мой бизнес» предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в соцсети ВКонтакте. Также ВК и центры «Мой бизнес» по всей стране будут помогать предпринимателям использовать цифровые инструменты для запуска и развития бизнеса в интернете. Данная мера является одним из инструментов, реализуемых правительством для поддержки бизнеса в условиях действующих санкционных ограничений. Совсем недавно Центр «Мой бизнес» Республики Калмыкия совместно с социальной сетью ВКонтакте запустил новую меру поддержки по продвижению бизнеса для предпринимателей в этой самой социальной сети. То есть, если предприниматель вносит какую-то определенную сумму на свой счет в личный кабинет, то социальная сеть ВКонтакте добавляет ровно столько же в виде бонусных баллов, и это все можно использовать для продвижения, для рекламы в этой самой социальной сети. Ну и, соответственно, Центр «Мой бизнес» тоже участвует в финансировании этой программы, так что к нам можно обращаться за подробностями.